Кулагин Михаил. Я работаю DBA в компании Postgres профессиональный. Работаю полгода, но уже успел так влюбиться в Postgres. До этого где-то лет 5 работал MySQL DBA. В общем, какой-то опыт такой в базах данных есть. Наверное, из того, что я расскажу сегодня, ничего не будет откровением для тех, кто сталкивался с Postgres. Но я хотел бы показать историю развития Postgres, как у него развивались средства защиты от сбоев, какие есть методики защиты, построения отказоустойчивых систем. Вот. И показать небольшие примеры конфигов, как настраивается Postgres. И показать еще, что можно сделать дополнительно, чтобы сделать решение лучше. Postgres, как, в общем-то, у большинства баз данных, реализовано логирование операций в виде write ahead log. Это появилось в 2001 году, версии 7.1. И это основной механизм, и дальше я буду часто повторять слово val log. В случае Postgres сегмент этого val log — это 16 мегабайт. Пишет он туда 8-килобайтными блоками. И вот до версии 7.1, и с ней тоже, база, резервная копия, ее получалась только при помощи утилиты pgdump, которая получает такую текстовую копию. Дальше было развитие. В 2005 году появилась возможность средствами сервера эти вол-файлы транслировать, архивировать, и восстанавливается на определенной точке, на определенном моменте, на определенной транзакции. Но, тем не менее, в случае сбоя дисков сервера информация терялась, и последний вол-файл, который не успел сархивироваться, он терялся. Поэтому это было не идеальное решение. Дальше вышла в 2010 году 9-я версия. В ней сделали потоковую синхронную репликацию. Это та же самая передача вол-файлов, но не файлом, там командой CP или прочее, а сетевыми средствами. Postgres научили отправлять эти файлы, принимать эти файлы. Процесс приемник сервер-реплика был постоянно в процессе восстановления, получал эти данные и также позволял их, к ним обращаться и их читать. Это, в общем, довольно-таки большая такая фича была. Вот. Дальше этот сервер, реплику, можно было использовать потом как мастер в случае сбоя. Но, тем не менее, было небольшое окошко, когда данные могли потеряться. Потому что коммит на базе источники не означал применение этих данных на реплике. Более того, если произошел сетевой дисконнект, то данных могло потеряться достаточно много. Тем не менее, это решение довольно хорошее. Оно не нагружает мастер-сервер. Он и так занимается тем, что пишет вол-файлы для того, чтобы просто защититься от сбоев. Этих асинхронных реплик могло быть много. Вот. Ну и последний пункт, то, что могли быть прерваны автовакуумом процессы. В силу устройства Postgres ему нужно чистить мусор, ту информацию, которую там остальные базы в анду-сегментах держат. Он держит это в своих дата-файлах, и периодически приходит очистка мусора, которая его удаляет. И мастер в этой версии, в 9-й, он ничего не знает о том, какие данные нужны реплике, и по этой репликации вполне могли прилететь запросы уже на удаление этих данных. В 9.1 эта конструкция получила развитие, и появилась синхронная потоковая репликация. Тот же самый механизм, но мастер ждал подтверждения от реплики, то, что эти данные были записаны, гарантированно, надежно и не были потеряны.
Синхронная реплика до сих пор в реализации вот 9.5 текущей версии может быть только одна. Зато асинхронных точно так же может быть много. Но такая синхронизация приводит к тому, что при коммите сервер, мастер, должен обратиться к реплике и получить у него это подтверждение, что приводит к некой задержке коммита, а при недоступности реплики может просто подвиснуть запрос. Тем не менее, можно настроить так, что у мастера будет несколько реплик, большинство из них будет асинхронных, одну из них он выберет синхронную в порядке приоритета, и при недоступности этой синхронной он автоматом переключится на асинхронную. В примере это как раз покажу. Также в 9.1 улучшили команду создания резервной копии. Назвали PGBackup Backup. Раньше просто эти файлики копировались там каким-нибудь rsync-ом и прочее. PGBackup Backup сделал это более удобно. А в последующих версиях получил еще дополнительные ключи, которые упрощают создание резервной копии. Также в 9.1 появился параметр hot standby feedback. Этот параметр позволяет реплике сообщить мастеру, что у него выполняется запрос, которому нужны данные там, на такой-то момент времени. Мастер, видя этот фидбэк, не вычищает эти данные и позволяет, тем самым позволяет реплике выполнить успешно эти запросы. Но такие длительные запросы приводят к тому, что мастер не чистит мусор, и если этим очень неаккуратно пользоваться, то может переполниться диск. Так что это такой параметр, которым надо пользоваться аккуратно. В 9.2 дальнейшее развитие такой репликации. Стало возможно ее каскадировать. Соответственно, можно в одном дата-центре сделать мастер, реплику, в другом дата-центре еще одну реплику. А там четвертую реплику во втором дата-центре словить уже не с удаленного мастера, а с локальной копии. Тем самым оптимизируя сеть, оптимизируя задержки и прочее. Далее появилась еще команда pgreceiveXlog. Эта команда позволяет архивировать по протоколу репликации WAL-файлы, не имея их в виде дат-файлов. То есть если асинхронная реплика и синхронная реплика, это такие же базы данных с примененными, с теми же данными, то pgreceiveXlog просто эмулирует клиента и вытягивает эти файлы, сохраняет локально. В 9.3 в 2013 году появилось обнаружение сбоев в данных при создании кластера Postgres. Имеется в виду дат-каталога Postgres. Можно указать ключик контрольных сумм, и тогда в каждом 8-килобайтном блоке, который Postgres пишет, включается проверка этих сумм. И это позволяет обнаружить сбои и увеличить надежность. Но это надо делать на этапе создания базы. Также появилась команда pgxlogdump. Команда, которая позволяет посмотреть содержимое WAL-файлов. Они, такой синоним у них xlog. Появилась еще очень интересная возможность писать свои бэкграунд-воркеры. Это фоновые процессы в Postgres, которые могут выполнять какую-то полезную нагрузку. Аналогично тому, как в случае там, репликации делают WAL-сендер и WAL-ресивер, которые занимаются перекачкой информации лог-файлов. Но в версии 9.3 нужно было при старте сервера указать эти какие бэкграунд-воркеры мы хотим стартовать. И они жили вместе с сервером, и динамически их нельзя было создать. В 9.4 репликация получила очень интересное развитие. Называется Logical Decoding. Это такое EAP,
и фильтры, и форматор, который позволяет получить информацию, которая передается между серверами, позволяет ее отфильтровать, позволяет в ней найти и как бы подписаться на обновление в базе. Раньше для этого требовалось написание триггеров, но сейчас можно это сделать вот при помощи Logical Decoding. Но это только на обновление данных, не схемы, только DML, не DDL. Расширили бэкграунд-воркеры, стало возможным их добавлять динамически. Появляются там разные варианты использования в виде выполнения там, параллельных запросов и так далее, вот при помощи вот этой динамических бэкграунд-воркеров. Еще в поддержку Logical Decoding появились так называемые replication-слоты. Это концепция такая, чтобы мастер знал, какие логи еще нужны его слоевам или его там, logical decoding потребителям, и не ротировал их, не пытался переиспользовать. Соответственно, он держит у себя информацию, какой последний лог был потреблен, и, ну, соответственно, не ротирует их. Опять же, опасная штука, если открыть такой replication slot и не потреблять эти wall-файлы, это приведет к потреблению диска сервером. Зачем надо следить? Появилась еще одна интересная штука — recovery mean apply delay. Это то, чего, наверное, вот мне из MySQL-ной практики не хватало. Это отстающий слейв. Помогает защититься от ошибки пользовательской. Там реплики асинхронные и тем более синхронные, как только получают ну, транзакцию на удаление каких-то данных, они тут же это выполняют. Соответственно, это, выставляя этот параметр на асинхронные реплики, можно получить отставание, там, например, в час, и выиграть время реакции, то есть остановить, восстановить данные. По-моему, очень удобная штука. Расширилась команда AlterTable, опять же в поддержку Logical Decoding. Здесь можно указать для конкретной таблицы, какая информация будет попадать в wall-файл. Можно указать индекс, чтобы попадал не только там адрес строки, но и содержимое неких полей индекса. Может попадать вся строка или там по умолчанию ничего. И опять же в поддержку Logical Decoding, утилита командной строки pg-receive-logical, и покажу чуть дальше. Последняя версия, которая вышла совсем недавно, текущая, 9.5. Опять же, дальнейшее развитие. Команда pg-rewind. Pg-rewind помогает в случае, когда у нас произошел промоут слейв сервера, и у нас мастер перестал быть мастером, а мы хотим его восстановить, у него фактически тот же набор данных, немножко отличается от того слейва, который стал мастером, немножко он убежал вперед, она позволяет найти эту дельту, откатиться на общую точку и запустить репликацию того старого мастера с нового. Далее появился параметр track commit timestamp. Это опять же развитие logical decoding. Это такая вот тема, которая сейчас развивается именно в Postgres. Wall compression позволяет настроить сжатие wall файлов. Wall файлы с каждой вот этой добавленным улучшением, они разрастались, все больше информации туда надо писать. Например, вот с репликой identity это приводит к тому, что wall-файлы становятся еще больше. А wall compression позволяет их немного сжимать. Ну и просто дальнейшее улучшение, дополнительные ключики, режимы работы уже предыдущих.
И хотелось бы сказать еще про текущую версию развития, куда идет Postgres. Закоммитили патч недавно, который позволяет иметь не одну синхронную реплику, а несколько. Очень такая интересная штука, на мой взгляд. Вот ждем, когда Postgres 9.6 выйдет, надеюсь, в конце года. Я много говорил о WOL-файлах. Хотел бы рассказать отличия, может быть, там вот знаком мускуль кому-то. Мне, например, был очень знаком. Насколько отличаются форматы файлов, форматы той информации, которая передается между мастером и репликой. В этом примере происходит простая вставка в табличку А, там значение 2. В случае MySQL и его там стейтмент репликации, мало ее, правда, кто уже использует, но она есть, вот она понятная, и мы команды можем прочитать. И фактически стейтмент, который выполнялся, он напрямую идет в лог-файл, вот как insert был написан, так он и пошел. Соответственно, на репликах там в случае MySQL с его логической репликацией, он выполняется именно вот как написан. У MySQL есть другой формат Robin логов. Это вот эта вот закодированная часть, две строчки. Я попросил MySQL binlog мне его расшифровать. Он понял, что это таблица А, и выражение он преобразовал к вот такому инсерту, как написано ниже. То же самое, фактически такой же инсерт идет по MySQL при применении, знает первичный ключ таблицы, идет и обновляет все эти данные, что в случае со стейтментом, что в случае с роубинлогами. Такой же пример стейтмента, который идет в Postgres. Использую команду pgx-logdump. В данном случае у этой таблички был еще и индекс. И тут записаны три операции. Обновление heap — это обновление, собственно, таблицы. Установка. Видна длина записи, виден номер транзакции, он одинаковый у всех трех строк. Видна позиция в логе, видно, что это связанный список. И видно, что идет обращение к конкретному блоку, к конкретному файлику по конкретному адресу. Соответственно, для самой таблицы есть запись для индекса отдельно. И отдельная информация о том, что там транзакция зафиксирована. Всю эту информацию Postgres по мере поступления, ну, там, синхронные или асинхронные реплики, они накатывают. Соответственно, если транзакция длинная, то они не останавливаются на начале, они доходят до того же коммита, и когда к ним приходят уже там, синхронные реплики, например, коммит, то, в принципе, уже все данные готовы, достаточно просто их зафиксировать все логи. Еще один пример, как раз вот logical decoding, функциональность, которая мне очень нравится. Тот же самый insert, но сначала мы подготавливаем как раз replication slot. Команда pgreceive logical это умеет делать. Называют этот слот тест, они именованные. База данных, вот ключик минус D, тоже у меня называется тест. Вот я вставляю эту запись, а потом вызываю снова pgreceive logical и говорю, дай мне информацию, которая накопилась по этой базе, по этому слоту, и в данном случае там ключик минус F, это вот на экран. Он мне показывает, что была транзакция, там ее какой-то идентификатор, и он ее вот форматирует о том, что он говорит, что да, вот была табличка в схеме public, табличка А, в ней insert, вот там поле B, и ему значение 2. И вот она зафиксирована. И дальше просто я очищаю этот слот, чтобы он дальше не светился. Значит, какое тут отличие важное в потреблении receive logical и с валами. А вот на своей практике, сколько я играл с receive logical, он вот эту пачку, которая в транзакции,
он ее выдает все вместе. Что, ну, наверное, удобно для приложений. Они, транзакции сериализованы. В случае raw файла они идут в перемешку. Если бы у меня было открыто несколько транзакций, и по ним шла активность, а эти строки вот с этими там разными TX-номерами, они бы шли в перемешку. Это вот о такой, о таких внутренностях и, наверное, об отличиях, потому что дальше в некоторых случаях я буду сравнивать с MySQL, на каком у меня. Какие подходы есть для того, чтобы обеспечить отказоустойчивость базы, защитить ее от сбоев? Рассмотрим по порядку. Простой случай. Сделаем хранилище общим. База у нас умеет восстанавливаться после сбоя. Если мы процесс прибьем, потом его поднимем, то до последнего коммита, который он вернул клиенту, он сможет восстановить, используя эти wall-файлы. Получается, у нас там, допустим, два сервера. Они обращаются как к какому-то общему хранилищу в данном случае. А один из серверов, если падает, то второй, используя это хранилище, может информацию восстановить. Они не конфликтуют, соответственно, потому что на втором сервере в этот момент процесс не запущен. Опять же, поэтому же не нужна синхронизация между ними. Но, тем не менее, мы какую-то странную отказоустойчивость в этом случае делаем. Это одна точка отказа, это общее хранилище. Ну и плюс у нас машина просто простаивает. Не очень здорово. Более сложный вариант. Хранилище будет не общим, но оно будет у нас одинаковым. Мы его реплицируем каким-то другим способом. Современные там, Nuxa умеют блочные свои устройства потоково реплицировать. Но здесь возникают дополнительные издержки на то, чтобы по сети передать эту информацию. Все-таки базы данных там с диском работают, и в том числе они работают именно с wall-файлами, они хотят, чтобы у них гарантированно при вызове fsync запись прошла на диск. Но опять же, минус предыдущего остается, предыдущего решения, так, точно так же резервный сервер простаивает, возникают вот эти некие временные потери на запись, на синхронизацию, тоже, наверное, решение не очень хорошее. Следующее, ну хорошо, у нас есть клиенты, есть сервера, мы между ними поставим что-то, что будет у нас размножать эти запросы на запись на несколько серверов. Это один из режимов PG-пула. Да, мы тут не теряем данные, мы, ну, в случае единичного сбоя, мы все эти запросы на запись на все сервера дублируем. При этом у нас все сервера работают, у них подняты инстанс базы данных, они могут обслуживать запросы. Но здесь возможны ошибки. Если мы напрямую будем транслировать запросы, как они есть, как они написаны, они могут вызвать разные выполнения. Начиная от того, что мы можем написать некие инсерты там, с селектом, с лимитом, с каким-нибудь с неочевидным порядком, который в разных базах вернется по-разному. Мы можем использовать рандомы, и дальше эти ошибки могут накапливаться, и в этом смысле не предусмотрено никакого механизма, чтобы данные обратно сошлись. Тоже не очень хороший вариант. Вот этот вариант уже получше. Триггерная репликация. То есть мы можем увидеть изменения в данных при помощи триггеров. Можем их сохранить у себя, можем их передать на другую, на реплику, и там их исполнить. Довольно популярное решение Слони, и оно, ну, было популярным до того, как вот логическое декодирование возникло. Потому что эти триггеры, они вызывают умножение записи. Мы вместо того, чтобы записать там одну строку, у нас срабатывает триггер, который записывает еще куда-то. Пишем больше, на запись мы хуже масштабируемся.
Но, тем не менее, это тоже подход. У него он хорош тем, что его можно конфигурировать. Им можно смешивать разные СУБД, разные версии. Но вот дополнительная нагрузка скалы и, возможно, потери данных, потому что ну, механизм в общем-то, не очень надежен. Дальше основной способ, который, наверное, используется и вот есть в коробке, начиная вот с девятых версий, это потоковая репликация. Штатная, практически без нагрузки дополнительной. Можно сконфигурировать резервный сервер так, что он будет обслуживать клиентов на чтение. Можно выбирать синхронный вариант, когда мы точно гарантируем запись на реплику. Можем вариант асинхронный выбирать, когда мы не гарантируем, но зато он там работает быстрее. Мы можем делать там, одну синхронную реплику, там, несколько асинхронных. Но единственный, наверное, здесь минус то, что нужно вот эти реплики уметь ими управлять. И, ну, наверное, в первый раз, если это делать, это не очень, ну, не очень очевидно, может быть. Есть еще другой подход, когда у нас есть асинхронная репликация, но мы нацеливаем две базы друг на друга. Тут надо очень крепко думать, когда такую конструкцию запускаем, потому что нужно выбирать стратегию изменения по одним и тем же данным, как они должны решаться. Последний, кто записал по времени, та запись правильная. Либо же наоборот первое, или же в этом случае надо останавливаться. Но тем не менее, такой подход есть. Реализует его Букарда. Я, честно говоря, ее не пробовал. Но этот подход есть вот как раз в штатной репликации MySQL, асинхронной. Там можно сделать так, чтобы там, новые данные не пересекались при помощи установки настроек автоинкремента. Такую конструкцию, более того, я эксплуатировал, но она все-таки требует внимания, как внимания программистов к написанию кода, так и внимания администраторов к тому, что происходит. Более того, опять же, из-за синхронности тут могут теряться данные. Логическая репликация развития. Ну, протоколы репликации. Это направление развивает компания Second Quadrant, и вот эти все примеры UDR, BDR и BG Logical — это ее продукт, ее детище. И она, наверное, является, я так понимаю, основным коммитером изменений в основной Postgres. В чем-то она похожа на триггерную репликацию. Но у нее нет тех накладных расходов на дополнительную запись данных. Она потребляет информацию из WOL-файлов, которые так или иначе база уже пишет для того, чтобы поддерживать себя. Не требует дополнительного оборудования какого-то. Опять же, резервный сервер можно нагрузить чем-то. Можно сделать репликацию избирательной. Опять же, очень существенный плюс — это то, что можно использовать разные версии СУБД. Вообще у Postgres между версиями, мейджор-версиями, довольно-таки плохая, ну, нет совместимости. То есть если мы захотим дата-файлы от версии 9.4 использовать 9.5, мы это не сможем, нам нужно будет запускать процесс PG-upgrade. Точно так же с потоковой репликацией. Вот эти мейджор-версии — это момент, когда формат и репликации, и дата-файлов меняются. Если там в третьей цифре отличия еще могут быть, то вторая цифра точно не заработает. Касаясь вот этих решений от Second Quadrant, UDR — это односторонняя репликация, BDR — двусторонняя. Мультимастер. Не разрабатывали это в виде патчей.
они, ну, хорошо, патчи были к 9.4. К 9.5 они их уже не выпускали. Они постарались внести это в ядро Postgres. И на основе этих наработок они выпустили PG-Logical. Но и сама версия 9.5 вышла недавно. И PG-Logical был выпущен только вот в январе. Поэтому говорить о том, чтобы его как-то применять, можно было, ну, наверное, рановато. И опять же, не очень понятно, что тут с возможной потерей данных. Поэтому самым отлаженным, самым проверенным, работающим из коробки, без каких-то сильно дополнительных вещей, которые вот встраиваются в Postgres и дают накладные расходы, является потоковая репликация. Хотелось бы вот, ну, примеры рассмотреть, тогда как ее настраивать. Установить пакеты. В большинстве современных дистрибутивов идут довольно старые версии, там 9.2, 9.3. Можно посмотреть на PostgreSQL.org и без проблем. Там для популярных дистрибутивов и для винды собраны пакеты под 9.5. Ну, настроить фаервол, ладно. Инициализация каталога. Инициализацию каталога надо делать только на мастере при настройке репликации. Желательно делать ее с параметром data.checksum, о котором я говорил, который будет проверять блоки. Далее, для репликации, для синхронной, пока что, нужно выставить несколько параметров. Нужно, чтобы сервер слушал по сети listen адрес. Нужно указать минимальный уровень логирования в all файлы, достаточный, чтобы можно было воспроизвести данные на реплике. Это два самых высших уровня, это hot standby или logical. Два параметра max all senders и max replication slots указывают Postgres при старте, сколько ему памяти выделять под потребителей и сколько возможно вот этих процессов, которые будут отдавать wall файлы. Hot standby параметр, хоть он и указывается сейчас на мастере, я скажу почему, но он для слоева, он разрешает реплике принимать запросы на чтение. А hot standby feedback, это параметр, о котором я говорил выше, позволяет реплике сообщить, какие запросы выполняются, и не вычистить данные. Вообще говоря, потоковая репликация в Postgres устроена таким образом, что база находится в состоянии восстановления постоянного. Вот эти механизмы, которые были раньше, сначала с появлением wall-файлов, она при крушении сервера просто смотрела wall-файл, последние транзакции, которые должны быть, восстанавливалась до них. Потом с появлением архивирования файла она вытягивала при помощи там параметра restore command файлики, которые были в архиве, накатывала их. Потом следующий этап восстановления — это как раз репликация. Она подключает, ну, база подключается к серверу, начинает восстанавливаться. И в случае асинхронной реплики остается в этом состоянии, она продолжает восстанавливаться. В нормальном режиме при этом не разрешаются каких-то подключений к базе. Так вот, hot standby разрешает read-only запросы в этом случае делать. Стандартная настройка в файлике pghba пользователя. Тут внимание на второй столбец, то, что это по протоколу репликации будет доступ, а не к какой-то определенной базе. Пользователь назвал replication user. Это на ваш вкус. Опять же, тоже с IP-адресом можно более узкую сетку там задать. Нужно создать этого пользователя. Пароль, опять же, по выбору. Но тут важно, чтобы был вот это visa replication. Вот. А дальше весь этот каталог Postgres мы фактически переносим на реплику.
со всеми конфигами, которые были. И поэтому тот параметр, который у нас был указан для реплики, он ну, PostgreSQL конфи, он тоже приезжает при помощи вот этого base-бэкапа. Здесь интересный важный параметр write recovery.conf. Он создает файл recovery.conf, который как раз указывает, что этот экземпляр базы данных будет восстанавливаться и будет репликация. Там он записывает стандартные параметры connection info, который позволяет узнать, к какому мастеру подключаться. Фактически вот эти параметры он берет отсюда. И плюс прописывает пароль, который он спросит интерактивно. Для синхронной репликации, в принципе, вот этого достаточно. Можно запустить сервера, посмотреть на мастере вьюху pgstat replication. Там будут указаны все эти реплики, которые подключились. Будут указаны там логические, будут receive xlog виден. На реплике же можно проверить, что база действительно находится в состоянии восстановления вызовом функции вот этой pgsrecovery, просто select вот, и так далее. Можно посмотреть, как идет прогресс передачи xlog'ов. Можно сравнивать с тем, что на мастере. На этом построить мониторинг. Если все нормально, то мы увидим, что действительно реплика в recovery, а в stat replication мы увидим connection от реплики. Для того, чтобы превратить асинхронную реплику в синхронную, нужно совсем немного. Нужно указать Postgres, что он должен коммитом ждать эту самую реплику, и указать, какие реплики. В данном примере указана звездочка. Это значит, что из всех тех асинхронных реплик, которые подключились к Postgres, он сам выбирает, какая первая ему попалась, то он выбирает синхронный и от нее дожидается этого ответа. Но здесь можно указать конкретные реплики. И там решение с пейсмейкером, которое расскажу дальше, оно именно так и делает, оно управляет этим. Это конфиг перечитывается по reload.conf. И, пожалуйста, вот изменением там, двух параметров перечитывания конфига у нас уже синхронное. Здесь стоит обратить на параметр syncState как раз в pgstat replication, который покажет, какая из реплик была, стала синхронной. Все хорошо? Да вот не очень, потому что мы это все настроили. Все хорошо при потере там, синхронной реплики у нас. Мастер выберет какую-то другую, но вот при сбое мастера ничего автоматически не произойдет. Сбой там обнаружат пользователи или мониторинг, но нужно будет человеческое вмешательство. Более того, там будет неочевидный момент, чтобы понять, а какая же из реплик на тот момент ушла дальше всех, какая была синхронной. Выполнить процедуру выхода из режима восстановления, выполнить вот этот самый promote, и потом все остальные асинхронные реплики сказать, что вот новый мастер такой. Это не очень здорово, поэтому, чтобы это решение было хорошим отказоустойчивым, мы предлагаем использовать проверенные решения достаточно, Crossing с пейсмейкером. Они обнаружат сбой мастера. Они умеют переконфигурировать в этой части Postgres. И синхронные реплики, и синхронные. Они знают позиции каждой из них, потому что они там за ними следят постоянно. Вот. И они могут сделать так, чтобы, и это нужно делать, это важно сделать, чтобы старый мастер не поднялся, не начал снова принимать запросы. Самая плохая ситуация в построении таких кластеров с данными, когда мы начали принимать запросы в два мастера. Тогда мы пользователям пообещали, что у него данные зафиксированы, мы на коммит ему ответили «Окей», в одном случае, в другом.
И когда мы видим, что у нас было два мастера, мы потом эти данные никогда, ну, только вручную шить. Поэтому важно настроить стек таким образом, чтобы в случае обнаружения сбоя с мастером была возможность этот мастер еще извне отключить. Либо по сети, либо там управлением питанием. Вот, по SSH не всегда получается. То есть вот это как-то должно быть извне. Дальше такой пример настройки. Но здесь довольно много команд, я попытаюсь их объяснить. Но здесь нет у меня примера фенсинга, потому что это реляционно зависимо. Опять же, установка пакетов. Тут весь этот стек состоит из нескольких частей. Есть базовая часть Crossing, которая обеспечивает путем голосов и постоянного обмена между друг другом понимание, кто, какая из нода живы и как они между собой связаны, как они доступны. Pacemaker фактически Crossing обеспечивает такую маленькую базу данных, которая одинакова на всех этих узлах. Pacemaker, который умеет этим пользоваться, реагировать на события. PCS — это управляющая обертка. Face Agents All — это Fence Agents All. Это скрипты, которые обеспечивают вот это добивание мастера с фаерволом. Понятно. Есть еще такой кусочек — ресурс-агенты, которые позволяют общему стеку Pacemaker взаимодействовать уже с конкретными ресурсами, в данном случае с Postgres, или же вот с IP-адресами. Еще. Для настройки кластера необходимо, чтобы вот этот PCS и PCSD-демон умели общаться и поднимать друг друга. Они это делают по SSH, поэтому пользователю, ну, надо поставить какой-то пароль. В данном случае мы настраиваем, в этом примере, настраиваем три ноды. Это, наверное, минимальное разумное количество узлов для отказоустойчивого кластера, чтобы избежать ситуации, когда два узла потеряли между собой связь, решили, что каждый из них недоступен, и там или попытались друг друга выключить, или стали друг другу мастером. Поэтому три узла переживают один сбой, большинство оказывается в выигрыше, и там будет мастер. Настройка. Вот. А дальше вот здесь начинается такая немножко хитрость, ну, хотя не. Подготовка XML-ника, которому мы потом целиком зальем в C-базу вот этого красинка. Все дальнейшие командочки, они напрямую с XML-ником, с этим. Мы говорим, что мы не хотим, чтобы ресурсы у нас переезжали, этот вот ресурс thickness. Подготавливаем ресурс типа IP-адреса. Ну, в данном примере это 192.168.1.1, ну, там, на каком-то интерфейсе. Потом подготавливаем конфигурацию, собственно, ресурс-агента Postgres-ового, указываем ему команды. Данные пути — это стандартные для CentOS. Говорим, что оно будет синхронно, что три ноды, что там wall-архив можно будет установить оттуда. Прописываем connection info — это та информация, которую Pacemaker отдаст в recovery conf при конфигурации. Адрес, здесь я немножко ошибся, здесь 1.1 должен быть. Говорим, сколько у нас узлов. Привязываем группы IP-шников, которые были, к Postgres-овому ресурс-агенту, так, чтобы они вместе переезжали. Ну и, в общем, потом эту информацию заливаем. После этого можем посмотреть команду мониторинга CRMON, я так разбил на две части. Мы должны увидеть, что вот эти три узла онлайн все,
что они видят, что ресурс-агент, вот этот PGSQL, выбрал кого-то из них мастером. В данном случае это вот в этом примере это третья нода. А то, что есть другая нода, которая помечена синхронной, третья нода уже, соответственно, асинхронная будет. Это более-менее нормальная конфигурация, но, правда, без нагрузки. В общем-то, ничего сложного нету. Ну, вот просто это, наверное, там один раз пройти. Надеюсь, этот пример поможет. Важно, здесь в примере фенсинг я не настраивал, потому что это все-таки такая вещь, которая касается локальной инфраструктуры. Надо это учитывать, надо это все равно делать. В общем-то, все. Спасибо. Спасибо большое. Есть ли вопросы у нас у других спикеров? Пока я задам вопрос, наверное. Вы сказали, что у вас есть больше опыта работы в MySQL и сейчас в Postgres. Да, он у меня такой более практический, наверное. Да. Насколько, ну, наверное, самая плохая ситуация, которая происходит, когда ты с ней впервые сталкиваешься, это когда у тебя реплика ломается по тем или иным причинам. Там да. Написали в две базы, получили дублирующие записи в MySQL, например. Ну, то есть вот я с Postgres на практике не сталкивался с MySQL, если там… синхронизируешь не каждую транзакцию в бинлоге, то можешь попасть на ситуацию, что в реплику ушло больше данных, чем записалось в бинлог при ребуте. Там неожиданные проблемы, да, бывают. Но более того, я сталкивался с интересной конфигурацией, довольно развесистое такое дерево было, репликации с глубиной, наверное, там 4-5 машин, еще развесистое. Вот. И более того, там использовался еще statement репликация. Но, правда, с программистами был хороший контакт. Если там подошел, настучал им по голове, то все получалось. Вот. Но тем не менее, да, лечить приходилось. Ну вот сбои в MySQL, первый раз, когда с ними сталкиваешься, сначала сидеешь, потом выдыхаешь, читаешь документацию, ну и в принципе более-менее их там проходишь. То есть это крайний случай, когда надо полностью переналивать реплику. Ну вот, да. Вот насколько просто эти ситуации решаются в Postgres? Вообще, есть ли они в принципе, какие из них там самые коварные и как просто это все решается? Вот эти примеры с бинлогами, которые я привел, вот как раз из моей практики предыдущей с MySQL бинлогами, довольно часто приходилось в них залезать. В случае с X-логами, ну, WAL-файлами постгрессовыми, это скорее из интереса. Какой-то практической цели. У меня была еще до этого на сопровождение постгрессовые, да и машины там, да, то есть вот. Но там не было каких-то проблем. То есть настроили их, замониторили, и проблем не знали. То есть, по моим ощущениям, Postgres ломается просто реже. Вот, и вообще, если сравнивать, есть такой параметр, количество ошибок, да, в Postgres. Ну, и не в Postgres вообще, там, в исходных кодах. Postgres лидер по минимуму ошибок, там, сравнивая с другими open-source проектами. Это очень интересно. Когда смотришь код постгрессовый, это не потому, что там как-то там что-то он с чем-то свалился, а его просто там, он красивый, его интересно читать, его интересно изучать. А вот в случае с PGLogical, да, вот с тем же, интересно посмотреть примеры. Там хороший, красивый код. Он ломается реже, но, правда, если ломается, то да, вот скорее его уже не выправить, а реально перезалить. С MySQL, понимая, как у него происходит, и что действительно приходящая строка это фактически primary key, которую нужно полезть в таблицу, которая тоже primary key, там обновить, потом пойти по индексам, то есть вот по нему пройтись, да, вот обновиться. Здесь же, получается, по блокам база получается идентичная, бинарно. Ну, даже если сломалось, ну, можно, в принципе, попробовать файлик подсунуть. Наверное, не очень хороший вариант, чтобы его советовать, но тем не менее. Понятно. Спасибо большое.